Опа-па, ребята, опять в мои руки загребущие попала сумасшедшая советская штука. Бесконтактная электронная система зажигания в пластиковой коробочке. Просто дурдом, с ума сойти. Что ж это за вещи такие, а? Бесконтактная электронная система зажигания. БСЕ, тра-та-та. Какой большой толстый формулярчик. Сейчас я покажу, что тут это за штука такая. Какие-то инопланетяне ее придумали. Здесь я вижу алюминиевый радиатор и два транзистора без позолоты. Так, кучу проводов. Есть тут еще зип. Вот такая зеленая хрень какая-то. Непонятная. Для чего она нужна? Потом прокладочка текстолитовая. И разъемчик без позолоты. РП-14. Это то, что лежало под этой штукой сумасшедшей. Здесь она алюминиевая, а здесь она пластмассовая. Так, сюда вот вставляются какие-то штуки. Здесь вот кнопочка включить-выключить. 127, минус 127 вольт. Бесконтактная электронная система зажигания. Сделана в СССР. Многоискровой режим применять только при запуске двигателя. Цена 50 рублей. Очень любопытная штука. С нее выходят 4 провода разных цветов в бухточки. И сбоку здесь вот разъемчик. Тут мама, а можно вставить и папу сюда. Оп. Вставляешь папу, и оно работает. Ладно. О, вставилось. Ребята, скину в комментарии ссылку, там, где я буду эту штуку продавать. Еще раз напомню. Это бесконтактная электронная система зажигания. Для чего она нужна? Для какого-то двигателя. Для какого? Это уже не мои заботы. Выставляю ее в продажу. Тот, кто хочет эту штуку, следите за комментариями. Там вы сможете увидеть ссылку и обнаружить эту штуку в просторах интернета.